Доброго времени суток, с вами Сергей. Сегодняшний наш ролик будет посвящен укрытию туй на зиму. Здесь у меня туй Абрабант, более 40 саженцев в горшках 5-литровых. И как вы понимаете, каждую сейчас обматывать марлей и мешковиной, закрывать это нерезонно. Я делаю укрытие туи на зиму следующим образом. Иду под линию электропередач и нарубаю лапника елового. Затем вставляю между горшками ветки высокие. И таким образом я делаю укрытие на зиму. Туи не выгорают. Еловый лапник не пропускает им свет. Вот таким образом я делаю укрытие туй. С вами был Сергей. До свидания.